Есть люди, работа которых на самом деле не всегда видна. Эти люди не встречают вас в магазинах, не стоят у полок и не занимаются выкладкой. Но эти люди отвечают за то, каким образом будет выглядеть продукт. Василий и Владлена, дизайн-студия Кима, они расскажут о том, как сделать так, чтобы продукт был не только интересным, но и сделать продукт, который захочется взять своими руками с полки. Да, здравствуйте. В чем секрет? Секрет, наверное, в трех моментах. Первое – это необходимо четко понимать, что мы хотим получить в итоге и как повлиять на потребителя. Вот. Второй секрет – это правильно оценить саму полку, как выглядят конкуренты, и понять их позиционирование, и, соответственно, ну, отстроиться от них и создать нечто новое. Вот. И третье – это позитивный и положительный настрой, вот. И, наверное, как производный яркий и интересный дизайн. Слушайте, дизайн — это вообще интересная тема. Каждый год же появляются какие-то свои тренды, существуют, скажем так, ну, определенные направления. Но потребители, которые приходят в магазин, это очень, ну, разная публика, да? Как вот сделать упаковку и дизайн таким, чтобы это захотели купить все? Это как раз один из ключевых критериев. Наверное, не получится сделать некий универсальный продукт, но если мы не Coca-Cola. Вот. И предварительно как раз проводятся исследования для того, чтобы выявить как раз вот этот изюм, вот, который будет интересен именно той целевой аудитории, на которую мы рассчитываем. Сколько времени, вот я Владлене задам этот вопрос, сколько времени необходимо для того, чтобы идею реализовать и увидеть уже готовый продукт в правильной упаковке на полке? Каверзный вопрос, потому что здесь всегда суммарная работа не только дизайн-студии, но и поставщика, и производителя, и типографии, и... На самом деле, ну, наверное, при самом эффективной работе это может занять месяц, а при неэффективной, скажем так, растянутой, то это могут идти годы. Средний показатель какой обычно, то есть с вашими клиентами? Я так понимаю, что у вас портфолио достаточно большое, вот сколько времени у вас обычно занимает согласование и этап реализации продукта? Имеется в виду реализация нашего блока или до момента выхода на полки? До момента выхода на полки. Так как мы работаем в основном с ритейлерами, ну, с крупными сетями, там, допустим, с Лентой, с Каруселью, у них уже налажен контакт с производителем, и, как правило, ну, наш блок занимает там 2-3 месяца. Это реальный путь, чтобы выйти на полку, уже увидеть наш дизайн. То есть сегодня мы сдаем макет в печать, через 3 месяца видим его на полке. В среднем. Круто. Самый известный продукт, который вам удалось упаковать? Их так много, я не знаю, из чего выбрать. Но это «Дядя Ваня», однозначно, это «Ушастый нянь». Из сегмента «Хорика» новая торговая марка «Банвида» для гипермаркетов «Лента». Там бесконечно можно продолжать. Круто. В общем, друзья, посмотрите, это люди, которые делают товары привлекательным. Если вы думали, что это какие-то рабочие в робах, которые сидят, рисуют, разрабатывают, нет, это абсолютно нормальные, адекватные люди, которые... Да. Умеют улыбаться, шутить, смеяться и выглядят так же, как и мы. Я желаю вашему бизнесу удачи, и я желаю, чтобы в вашей дизайн-студии было столько клиентов, чтобы вы не успевали обрабатывать все свои заявки и запросы. Большое спасибо, мы ждем, приходите, и эффективный дизайн будет ваш. Всего доброго. А мы придем. Спасибо.